This holding pattern, waiting. Это время, когда мы ждем 9 часов с утра в Аризоне. Наконец-таки это время пришло. Давайте сейчас это закрою. Добрый день всем. Надеюсь, у вас все хорошо. Дэвид, Марина, Моника, вы такие радостные. Я такие счастливые, что мы здесь. Я тоже очень счастлива вас здесь видеть. Перед тем, как мы начнем наше занятие, давайте возьмем какой-то момент, закроем глаза и подумайте, для чего вы здесь. Это, наверное, потому что это самая классная вещь, которую мы можем сделать. Или, может быть, это больше, более большая причина, почему мы здесь. Подумайте, почему вы посвящаете такое драгоценное время, 2 часа вашей жизни здесь? Почему это важно? И что вы можете сделать? Но с этим знанием, с мудростью и с озарениями, которые вам придут во время этих 2 часов. Как вы можете использовать, как только вы подниметесь там, где вы сидите? И как вы можете это использовать в будущем вашей жизни? Чтобы помочь прийти к абсолютным целям, которые вы выбрали. Проведя несколько часов каждую неделю, изучая курсы ИСИАЙ, домашние задания, контрольные работы, экзамены. Это ничего не означает, если вы не сможете это применить для достижения своих целей и использовать это. Нам дается невероятные инструменты, чтобы искать отвертку или молоток. Мы можем смотреть нашу сумку инструментов и спросить: сегодня мне нужен тонглет сделать. Сегодня мне нужно подумать о 2 мужьях на кухне. Мне нужно подумать о том, как Джампа смотрит и наблюдает за людьми и думает о том, что им нужно. Нам нужно
подумать о логике, о том, как мы думаем. These are just a few of the things that we have gathered in our toolbox up to now. Это всего несколько инструментов, которые сегодняшний день нашей сумки инструментов. Больше вы должны выбрать только один, который вам нужен в тот момент, именно в тот момент. Давайте вернемся к нашей встрече в Zoom. Делайте три больших выдоха. Откройте свои глаза, когда вы готовы. Сейчас приняли прибежище и создали еще больше бодхичитты. Мы можем сказать, мы сделать, можем делать молитвы, повторять молитвы и мантры. Мы также можем об этом думать в наших сердцах, чтобы эти слова действительно что-то значили для нас. Это так легко просто повторять что-то, не думая о том, что это значит. Но чтобы это сделать лично для вас, в этот момент, что означает идти в прибежище? Что означает бодхичитта? Что это означает стать просветленным существом? И что мы можем сделать как подношение этим просветленным существам? Отлично. Окей. А мы готовы идти глубже занятия 2? Оки-доки. На всякий случай, если вы забыли то, что мы делали вчера, мы находимся в великих буддизмах, последний час, третий, 18 курс, второе занятие, обзор 11 курса ЭСИ. И здесь у нас фотография Бодхичара Аватара. Рукописи, которые представлены здесь на слайде, на фотографии. Мастер Шантидева. О чем мы сегодня будем говорить? Мы говорим побольше немного о радостном усердии. И что же это следующее совершенство после радостного усердия? Эвид, медитация. Да, да. После того, как закончили о радостном усердии. Мы настолько довольны, радостны, то, что мы делаем. Мы привносим это в медитацию. И мы сегодня будем говорить о медитации. Выглядит, как будто у всех... Выглядит, как будто... Я вижу вас, что вы все очень довольны и радостны на солнечный воскресный день. И давайте пойдем немного глубже. Радостное усердие, делать, наслаждаться, когда мы делаем добрые дела, делаем добрые дела и наслаждаемся, радуемся. Окончательно высшая степень практики
радостного усердия, то, что называется хлаксабнамдак. Повторите, пожалуйста, хлаксам намдак. Высшая личная ответственность. Это высшее, это выражение радостного усердия. Это что мы называем обмен себя на другого. И это будет последний шаг перед тем, как вы придете к Бодхичитте. Достигнете Бодхичитте. Тот момент, как, где мне сказали, я сама не переживала, ваше сердце раскрывает, и вы чувствуете такой прямой, но солнечный свет, который выходит из вашей груди на всю Вселенную, на каждое живое существо, на каждое насекомое, на все. И вы на всех планетах, в разных Вселенных. Не только ваше чувство любви выходит из вашей груди, но вы знаете, и вы видите каждого, встречаете каждого, и вы знаете, что вы там, чтобы служить им. Вы как будто говорите: «Эй, мам, привет, я иду, я очень сильно работаю, я очень стараюсь». Вы видите каждое живое существо во Вселенной. Время поможет нам? Нет. Это все происходит несколько моментов. Но поскольку время пусто в себе, вы можете видеть любое существо во Вселенной. Личная ответственность. Это означает, что вы готовы делать все, совершать хорошие дела, добродетели, благие дела, даже когда никто вам не помогает. Вы сегодня проведете 2 часа в воскресенье. Вы пришли на это занятие, даже если никто этого больше не сделает. Беря эту личную ответственность, конечно, как это будет выглядеть для всего мира? Это будет выглядеть, как будто вы сумасшедший. Что вы делаете? Что ты делаешь? Разве ты не хочешь в этот прекрасный день пойти поиграть? Ты хочешь сидеть напротив своего компьютера? Ты с ума сошел? Давай, пошли с нами, время проведем. Нет, у меня есть что-то высшее, что я буду делать. У меня есть невероятная причина сидеть напротив своего компьютера. И сегодня мы здесь. Мы находимся в сфере желаний. Мы хотим вещей. Кто-то хочет что-то от нас. Мы желаем. Мы хотим, чтобы с нами по-доброму говорили. Мы хотим, чтобы у нас была комфортная жизнь. Мы хотим, чтобы у нас были отношения, которые были замечательные и которые наполняли бы нас, чтобы мы помогли другим в этом мире. Мы хотим еды в нашем животе, и мы постоянно что-то хотим. И это очень сумасшедшее место, потому что это не только кто все время желает, но все. А что происходит? Конфликты происходят. Это сумасшедшее место движется. Я хочу, мне нужно, я. Мы думаем, я просто закончила эти отношения, у меня будут другие отношения. Или если бы у меня был новый компьютер, я был бы счастлив. Или если бы я переехал в другое место, я был бы намного счастливее. Проблема в том, что мы берем наши кармические семена.
И если наши семена, ну, если у нас нет кармических семян, и они не закончили, мы не будем счастливы. А если они у нас есть, то мы будем счастливы. И это поломанная цепочка, и мы просто забываем об этом. Мы сможем изменить эту сферу, сансару? Это, если это будет, этот будет сансара, если это изменится. Если вы видите, им больше нет больше войн, голода, конфликта, и все счастливы, это будет сансара? What's that? Will it last? Yeah, it's going to be a Buddha paradise, isn't it? Это будет рай Будды, не правда ли? И не будет это больше сансары. Почему? Почему? Потому что это не определение сансары. Ваша жизнь, как вы начинаете использовать эти инструменты, вы видите небольшие отпечатки, какие-то всплески моментов сансары, и вы видите какие-то моменты рая Будды, как вы практикуете. И это то, как это работает. Это меняет в рай Будды. Забудьте об этом. В основном здесь вы сумасшедшие. Мы все сумасшедшие. У нас у всех ментальное омрачение. Если 27 основных и 84 тысячи других. Правильно? И это то, как мы сюда попали. Мы попали сюда, потому что у нас есть эти ментальные омрачения. Мы пытаемся практиковать дхарму. Мы пытаемся медитировать, практиковать. И если вы подвинетесь хоть на один градус, вы будете очень ненормальным выглядеть для других. Мы в основном пытаемся это спрятать, не правда же? Не правда ли? Что мы не отличаемся от других. И быть секретными практиками. А если вы подвинетесь на 10 градусов от нормального, вы будете выглядеть очень-очень сумасшедшим. Потому что вы избавились 1% ментальных омрачений. Как это так? Вы не можете быть разозлены. Вы должны быть разозлены. Почему? Потому что вы избавились от этих ментальных омрачений. То есть сдвинуться на 1%, сделать вас супер-гуру-практик, супер-сумасшедшим, супер-отличающим другим, совершенно необычным для другого, для этого мира. Вам нужно желать, стараться изменить это, чтобы появиться другим, выглядеть другим. Действительно ли вы хотите быть такими же, как все в этом мире? Вы хотите переживать отвержение? Вы хотите быть постоянно пытаться получить что-то от других? Но нет, мы не хотим. Мы хотим наслаждаться и привносить радость в этот мир, меньше страданий. И это возьмет желание совершить другие дела сами. Вы можете спросить кого-то, помочь вам. Но если они вам не помогут, но вы должны отважно и упрямо сказать, хорошо, я сделаю это сам. Не важно, что произойдет. Я сделаю это сам, и я сделаю это сама. Потому что я помогу сам себе. И не важно. Я сделаю это. Если они думают, что это странно, ничего страшного. Если они атакуют меня, они подумают о жизни Иисуса, хорошо. Они не понимают. Они не понимают, что значит любовь, что значит мир. То, что единственное они знают, это желание, гнев,
насилие. Это ничего страшного. Если они поступят со мной, как по отношению поступили к Иисусу, это все равно окей, потому что я знаю, что это правильная вещь сделать. Это Лакса намдак. Личная ответственность. Брать на себя личную ответственность, обменять себя на другого. Когда вы обмениваете себя на другого, вы берете личную ответственность себя за ваше состояние ума и то, как вы проецируете. Вы знаете, мастер Шанти Дева, не расстраивайтесь, если другие вам не помогают. Они даже не знают, как себе помочь. Почему они должны вам помогать? Я думаю, что это одно из самых трудных вещей в отношениях с любым человеком, если это личные отношения, или это в дружбе. Вы хотите другого существа, чтобы он вам помог, чтобы другие существа вам помогли, может быть, какие-то обыкновенными вещами в вашей жизни, чтобы у вас было достаточно денег, купить еду до того, как чтобы вытирать пыль в книг, потому что вы не хотите делать все сами по себе. Если вы берете личную ответственность, вы соглашаетесь это делать, неважно, что для вас это берет, какую у вас энергию, и что для вас это будет означать, чтобы вам пришлось, чтобы вы пришли быстрее к просветлению. И это начинается с маленьких вещей. Без отвержения. Это одна из самых больших моих вещей, когда я отвергаю, когда и не понимаю, почему они мне не помогают. Я так говорю, как же так? Как же ты не делаешь вот это, вот это? Почему ты не вытаскиваешь помойку в лицо? Почему ты не почистишь холодильник? Может быть, они даже не видят, что это грязно. Как же ты это не видишь, что холодильник грязный? И вот это вот негодование, потому что мы себя ставим на первое место. Это очень трудно делать. Это очень, очень трудно. Мне нравится, что мастер Шанти Дева говорит. Он говорит, ну знаете, по крайней мере, у вас есть какая-то идея. У них никакой идеи нету. И вы даже не можете заставить их увидеть это. Итак. Не расстраивайтесь, не переживайте. Что мы говорили? Когда вы теряете свое радостное усердие, вы расстраиваетесь, вы начинаете злиться, вы уходите в гнев, у вас появляется негодование, отвержение. Итак, 99% людей в этом мире пытаются получить вещи, которые не сделают их счастливыми. Стать счастливыми. И они говорят, что это как мед на лезвие бритвы. Как бы мед на получится, если вы попробуете облизать это ножа. Лезвие с медом? Скорее всего, вы порежете язык, правильно? Просто идея об этом. Даже мысль об этом ужасна. Мед это что-то приятное, такое сладкое. Это... И он представляет, значит, собой представляет сладкие желания, вещи, которые мы хотим получить в этой жизни. И смысл в том, что мы никогда не будете удовлетворены этим. Вы будете просто продолжать резать свой язык. Порежем этот наш язык.
это, мы будем совершать плохие вещи. Это невероятно. Мы проводим нашу жизнь, бегая за вещами и людьми, и мы теряем это. Что мы сделали в своей жизни? Это разве... Когда вы доходите до моего возраста и задаете себе вопрос, разве это стоит того? В чем смысл? Итак, это то, что большинство людей делает. Не ожидайте от них, чтобы они вам помогли на том пути, на котором вы идете. Это не значит, что не заботиться о них. Это не значит, что любить. Просто знайте, что у них другой путь. И мастер Шантидева говорит, это то, как происходят вещи в наших желаний. Это то, как мы сюда попали. Это то, как мы живем и остаемся, и как мы здесь застреваем. Они даже не знают на 10 минут, как себе помочь. Как же тогда они могут вам помочь благодетельной вещи? Есть такое выражение. We learn how to trick people. И как бодхисаттва вы заставляете людей хорошим способом делать благодетельные вещи. Вы как будто их заманиваете, и чтобы они сделали эти благодарные хорошие вещи. Я думаю об этом. У меня есть небольшой друг, ему 2 года всего. Я пытаюсь научить его, чтобы он чистил после себя. Не то, чтобы всегда кто-то за ним учил. И как же вы это делаете? Как же вы его заманиваете, чтобы он это сделал? Как вы работаете с 2-летним ребенком? И чтобы это было в радость, в наслаждении? И как мы используем радостное усердие? Заманить других что-то делать благородное, и хорошее для других. Вы берете личную ответственность для, когда вы это делаете сами. И вы знаете, если вы это делаете без отвержения, негодования или других каких-то эмоций, выражений, я не хочу это делать, и вы действительно наслаждаетесь, я думаю, что это будет очень заразительно. А, кто-то скажет, она делает это так радостно. И так наслаждаете. Может быть, что-то там есть, и я бы хотела этому научиться. И есть другая сторона этого. Люди видят, что вы радуетесь, наслаждаетесь, когда что-то делаете. Когда вы это делаете сами по себе, берете личную ответственность. И люди попытаются остановить, заблокировать и предотвратить, чтобы вы это делали. Потому что вы счастливы, а они нет. И что же вы тогда делаете? И вы так... И вы просто продолжаете. То... Может быть, кто же это меня тестирует? Они, может быть, тестируют мою личную ответственность? Подумайте об этом. Нам другие нужны, чтобы отполировать себя. Будьте счастливы, радуйтесь, когда это делаете. Не говорите ничего им. Не грустите, с радостью. Живите в жизнь и понимайте, что вы делаете правильные вещи.
it's a balancing act. Watching our mind. Это как будто мы акт балансирования, наблюдая за своим умом. Я действительно не смогла бы на самом деле сделать то, что эта женщина делает на этом слайде. Сколько у нее горшков на голове? И только 5 на голове, и 2 в каждой руке, 9 в общем. И у нее идеальный баланс. Чтобы остановить наш гнев, чтобы остановить то, что нам не нравится, чтобы остановить наше ментальное омрачение, нам нужно наблюдать за своим умом ближе. Чтобы наблюдать за своим умом ближе, нам нужно достаточно высыпаться, хорошо кушать, питаться. Нам нужно научиться расслабляться, медитировать. Нам нужно заботиться о своем теле, делать упражнения. Нам нужно сфокусироваться на одной вещи в это время. Это не то, что мы называется мультитаскинг, когда мы думаем о нескольких задач в одно и то же время. Это тогда, когда мы сможем наблюдать достаточно близко. Вот это вот фотография, слайд, который вы видите. Видите эти горшки? Они наполнены водой. Есть классическая история, которая говорит, а что если вы держите горшок, там, который наполнен до его горлышка маслом, и кто-то прижал меч к вашей шее и сказал, иди через комнату, и если ты льешь хоть одну капельку этого масла, мы отрежем тебе голову. Смог бы ты это сделать? Как близко ты бы наблюдал за собой? И это то, как мы должны близко наблюдать за своим умом, за собой. Если мы не разозлены в гневе, негодовании, мы настолько застряли в этой эмоции, что мы даже не можем наблюдать за собой. Они говорят, что гнев — это как кидать камешки. Не должны быть огромные камни, маленькие камешки в тело, которое находится в воде. И вот эти небольшие волны — это то, что происходит с нашим умом. Это не умиротворенное, спокойное место, где мы наблюдаем за своим умом. Мастер Шанти Дева говорит, брать личную ответственность за свое состояние ума и состояние ума другого. Это самое высокое радостное усердие. А потом он говорит, теперь мы наслаждаемся вещи и радуемся, когда делаем вещи, и наш ум спокойный, как это озеро, без всяких волн, как зеркало. И мы просто радуемся и в настоящем блаженстве находимся, когда мы это делаем. Теперь можете садиться и медитировать. Два вида медитации. Медитация, делаете которую две подушки для медитации, или та медитация, которую вы можете делать весь день. Медитация весь день. И, конечно же, это влияет на ту медитацию, которую вы садитесь и делаете на своей подушке для медитации. Есть место, куда мы уходим в своем уме, который называется Мичок-ме. Мичок-ме. Гешела
недавно об этом говорил, как я помню. Это медитативное состояние означает мичокми. Здесь два негатива. Ми – это нет, и ми – это нет. No, no. Нет, это неправда. У тебя нет времени. Два негатива. Это неправда. У тебя нет времени медитировать. Это древнее слово означает... означает иметь время делать что-то. Мичок означает нет времени, нет достатка времени. И мичок означает нет времени, не делать. Он говорит, поскольку большинство живых существ не имеет никакого понятия, что они должны сделать, чтобы помочь себе, нет никакого сюрприза, что они не могут даже помочь нам, наших делах, которые предназначены для всех живых существ. И поэтому нам нужно быть готовым в любое время взять хорошие вещи сделать на себя и помочь другим. И чтобы сделать это, нам нужно глубокое состояние медитативное. Мичокмей означает, это не означает, что у тебя нет времени медитировать. Есть подготовительные уровни на первом уровне. Концентрация – это в сфере, которая называется «Самтем Дангпор Мердогом». Повторяйте за мной. «Самтем Дангпой Нердо Мичок Мэй». Это как бы медитация. Это первый у... Я слышала два ответа. Это первый концентрационный уровень или также подготовительный уровень концентрации уровня. То есть здесь немножко здесь не очень ясно, потому что я слышала два ответа. Это не нирвана или и это не Будда, райбуд. Это место, куда вы приходите, когда ваш ум очень-очень сфокусирован и абсолютно неподвижен. Завися от того, от вашего объекта медитации, это может быть полезным или совсем не полезным быть в этой медитации или быть на этом уровне концентрации в вашем медитации. Если вы это все время делаете в вашей жизни, без всякой благодетели, просто дышите и вы сфокусируетесь на своем дыхании, означает то, что у вас есть тинензин, вы полностью сфокусированы, и ваш ум совершенно подвижен. Но если вы просто медитируете на свое дыхание, и вы умираете, вы сразу же пойдете в сферы ады, потому что пользовались этим для добродетели. И вы, когда достигли этого уровня, вы пользуетесь и не делаете добродетели, потому что вы просто сфокусировались на своем дыхании. Это большая ошибка. Но вы с восклицательным знаком. Если вы хотите увидеть пустоту напрямую, это то, куда вам нужно пойти, ваша медитация. Это то, где вы будете прыгать, вот как на этом слайде, картинке, увидеть пустоту напрямую. Это не просветление, это не нирвана.
Но это та доска, которая вас подкинет, поднимет вверх на следующий уровень пустоты напрямую. Как на этой картине. Почему же тогда это место может быть вас подтолкнуть на путь к просветлению? Я знаю, что нет пути к прощению. Я вижу свое просветление. Я знаю, как меня будут называть. Все эти вещи, которые происходят из прямого видения пустоты, или потерять свое время и оказаться в аду после. И Абидарм говорит, почему это место так важно, чтобы прийти в рай Будды. Большинство из нас имеет не очень хорошую мысль о других. Мы все время жалуемся о том или о другом. Мы критизируем, мы говорим другим, что делать. Мы раздражаемся, мы злимся. Это большинство жизни занимает вот эти. А если это не занимает большинство времени вашей жизни, то я вам кланяюсь. Вы знаете, что вы на своем пути выхода из сансары. Но в большинстве мы начинаем жалуемся, когда кто-то что-то не делает, то, что нам хочется делать другое. И каждые 5 минут этого разговора, когда мы жалуемся, может быть, также будут какие-то физические действия. У нас есть карма мыслей, разговора, речи. И у нас есть карма действий, карма тела. Карма тела. И небольшие. Они маленькие, эти вещи. Маленькие вещи. Есть ли там радость? Что случилось с нашим радостным усердием? Упс, я потеряла. Давайте вернемся назад. Вот эти маленькие желания, раздражения и вот этих тысяч маленьких вещей. Не так очень часто, но не так часто, иногда они манифестируются как в каком-то насилии, которое мы видим. Но когда вы не думаете о том, что кто-то что-то вам сказал, что-то вы не сделали или не сделали, и не сказал то, что вы хотели, чтобы сказали, и ваш ум в этом спокойном, уравновешенном состоянии, где вы можете фиксировать на 20 минут, 45 минут, 5 или 6 часов в день. Что происходит? Это невероятное, обновляющее, свежее состояние ума. Нету больше вот этих маленького разговора, который постоянно мы слышим в нашем уме. Большинство из нас большую часть времени мы даже не слышим это, потому что это все время сзади, фоном. Поэтому, когда у нас состояние спокойное, это очень расслабляет. И делая это, оставаясь в этом медитации, без никаких плохих мыслей, это создает для вас причину рождения. Просто нет этих причин. Часами и часами, которые вы делали каждый день, заставляют родиться в мире форм. Если, например, вы в длинном большом ретрите, и когда вы медитируете, я говорю, вы говорите поставить свой ум в нейтральную позицию. Это как машины, у которых есть ручное управление. До того, когда у нас были автоматические машины. Это то, когда установить свой ум в нейтральную позицию, сфокусироваться, а потом оттуда, из этого состояния, двигаться вперед. Но если вы просто бы занимались медитацией, а фокусироваться на движении, а на своем дыхании,
то вы бы достигли этого уровня в реале, в мире форм. То есть когда... А после этого вы бы ушли из мира форм, спустились в ад. В то же время вы можете использовать это состояние ума, негативное состояние ума, увидеть более глубже, как наш ум создает этот мир. И только с этого уровня мы можем увидеть пустоту напрямую. Мы думаем о природе вещей. Если мы думаем, как проецируем картинки в этот мир, как Чи Чедрак, правильно? Как у нас есть архетипы в нашем уме. Используем это как ярлыки. Если мы глубоко думаем об этом, если вы думаете на этом состоянии, медитативном состоянии, на этом уровне, тогда мы будем ныряем в бассейн пустоты, состояние видения пустоты напрямую. И что же происходит, если вы увидели пустоту напрямую? Вы увидели свой день просветления, свою будущую жизнь. Вы знаете, вы видите Дхармакаю, вы видите ум Будды и пустоту ума. Дхармакая состоит из тела сущности, а и тела мудрости, Яшичупу, все знания. Вы видите абсолютную реальность, обманчивая реальность. Вы видите все реальности. И вы знаете, что танкас, картинки просветленных существ, которые висит для меня сейчас, авиатар, вы знаете, что такое настоящее поклонение. Вы настолько успокоены, скромны с тем, что видели в этом опыте непустоты напрямую, тогда вы падаете на землю, вы знаете, насколько малы вы, какой невероятный этот их подарок, то, что вы получили, то, что с вами произошло. И вы действительно понимаете, когда вы делаете настоящий поклон, вы знаете, сколько займет прийти к полному просветлению. Вы знаете, что все книги и то, что они учат, это истина, и много-много других вещей. И вы ничего другого не хотите, и не можете ничего хотеть, чтобы поменять опыт. И единственный способ туда прийти, это дойти до этого глубокого медитативного состояния. Поэтому нам нужно научиться, как медитировать, не включая подготовительные шаги, не включая то время, когда мы чистим наше медитативное пространство. Не все это, по крайней мере, один час в этом глубоком состоянии медитации на объект благодетели, чтобы увидеть это напрямую. Я много говорю, очень много говорю, нам нужно идти дальше. Что же только что сейчас произошло? Нужно сейчас вернуться. Тут слайд вышел. Итак, это строки, с которых называется глава Бодхисаттвы Авитары. Так, я сейчас это прочитаю. Она попросила прочитать Дэвида. Пожалуйста, прочитай на английском. Хорошо, я буду переводить. Пасть ментальных омрачений. После того, как вы развили практику усилий, описанных выше способами, поместите свой ум в одноточечное состояние.
Человек, чей ум находится в состоянии постоянного блуждания, проживает свою жизнь в пасти этих ментальных омрачений. И достаточно могил сейчас читать на тибетском. Я не буду вам говорить, что каждое из этих слов означает, поскольку у нас нет названия. Но Ария Нагарджина, который я тоже очень люблю, который заставляет меня думать и вспоминать о том, как я воспринимаю этот мир. Он говорит, что медитация — это 24 часа медитации. Если мы попробуем себе быть отвлечены на 23 часа, когда мы не сидим, что же тогда произойдет, когда мы садимся на медитативную подушку? Мы будем отвлекаться. Наш ум будет прыгать с одного объекта на другой, идти туда-сюда. Поэтому мы не можем издеваться над своим умом, над своим умом. Мы должны быть добры к своему уму целым. И тогда, когда мы готовы медитировать, опять же, также, как же тогда мы это делаем? Как мы сохраняем свой ум в состоянии самадхи? Есть 5 принципов, о том, которые описал Ария Нагарджуна. В открытых строках говорится в основном, что те, кто не может держать свой ум в самадхи целый день, их ум и будет целый день в пасти монстра. Их просто разорвут. Вы знаете эту танку и картина «Колесо жизни» огромного дьявола с этим лицом, с этими клыками? Это туда, куда идет наш ум, если мы не наблюдаем. То есть мы в пасти ментальных омрачений тогда, когда мы не наблюдаем 23 часа в день со своими ментальными омрачениями. И представьте, увидите это в своем. Представьте, что ваше ментальное омрачение в пасти этого чудовища. По крайней мере, попробуйте поделать это хотя бы 50% дня своего. Почему? Потому что мы подвержены ментальным омрачением целый день. Мы подвержены клеше целый день. Если мы не наблюдаем за своим умом. Сзади, в фоне, когда вы медитация, вы наблюдаете за своим умом. О, я думаю о своем завтраке, давайте вернемся. У нас есть такой небольшой наблюдатель, который внимательно смотрит целый день за нашим умом. Опять же, что же тогда вам поможет оставаться в этом состоянии? Убедитесь, что вы спите достаточно, кушаете хорошо, занимаетесь физическими упражнениями, медитируете. У вас система не ниша, потому что у вас будет много ментальных омрачений, они вас атакуют. И это должно быть целый день. То есть 5 способов, о которых говорит Нагарджуна, текст, который был написано «Письмо другу». И первое, о том, что говорится в этом письме, скажите «гугью», повторите за мной, «гугью». «Гу» означает «спокойное желание». «Гю» — это короткая гьюпа, это означает сожаление. То есть, если у вас беспокойное желание, я хочу здесь, я хочу это, я хочу то, или вам что-то вас отвлекает, вам что-то не хватает, какого-то человека или какой-то вещи, у вас есть сожаление, и это то, что создает волны на этом озере. В медитации о том, что вы будете делать позже сегодня. Вы идете в ретрит, и вы выходите из этого ретрита, и у вас так много хороших идей, насколько
ваш ум был спокойный, у вас была отличная медитация. И вот это вот спокойное желание происходит, когда мы фокусируемся на каком-то желании. Что я буду делать? Как мне это сделать? Кому мне позвонить? Все вот это вот такое как бы возбуждение. И когда в этом состоянии вы можете быть очень сфокусированы, в общем, 99% времени это манифестируется то, что вы не фокусированы, то, что у вас недостаточно внимания на какой-то объект. Подумайте об этом. Целый день вы проводите на телефоне, смотря свои сообщения или еще что-то. Как долго занимает время, чтобы прочитали пост? Несколько секунд, правда? Садимся ли мы и читаем книгу? Садимся, думаем или делаем на то же, на какой-то промежуток времени, чтобы не отвлекаться от этого. И это заболевание, заболевание нашего времени. Интернет, телефон создали это невероятное заболевание на нашем мире. Когда мы на своем телефоне переходим от одной вещи к другой, по-английски это называется surfing. То есть мы что-то хотим все время. Следующее. Что следующее? Что следующее? Почему? Почему? Потому что нас радует это, как-то нас возбуждает это, не скучно. Как же тогда изменить свою жизнь, что вы не полностью прицеплены к своему желанию иметь следующие вещи? Вторая вещь. Это означает что-то, что мы сделали что-то здесь, о том, что отсутствует человек или вещь. Например, когда мы говорим, ой, как бы хотел, чтобы человек был здесь, ой, как бы я хотела, чтобы это была вещь здесь. Вы вспоминаете прошлое, хорошие вещи в прошлом. Ой, как бы я хотела, чтобы это было 10 лет назад. О, я бы хотел, чтобы... Неважно что. Мы не в настоящем моменте. И становится хуже, как только вы стареете, взрослеете. Там у вас есть, потому что у вас есть больше вещей, вспомните с прошлым. У меня есть друг, подруга, у которой ей 90 лет. Она всегда говорит о том, что о, вещи не такие, как раньше были. Она все время живет в прошлом. Вместо того, чтобы сказать сегодня, сейчас вот так, и давайте жить с этим. Итак, ваш ум, как ум моей знакомой, начинает жить в прошлом, не способный находиться в настоящем моменте. Быть в настоящем моменте, с кем бы вы ни находились в этот момент сейчас, то, что вы делаете в настоящий момент, какую работу вы выполняете, будьте сфокусированы. Будьте внимательны, когда вы слушаете. Будьте хорошим слушателем. Будьте хорошим зеркалом отражений. Наблюдайте. Когда я росла, была книга, которая называлась «Будь здесь сейчас». Это то, о чем мы говорим. Будь в настоящем моменте. Не думайте о том, что произошло сегодня утром, вчера или 5 лет назад. Думайте, о, что же произойдет, к чему я должна подготовиться. Просто будьте в настоящем, и все будет хорошо. Нюсем. Злоба или гнев. Сэм означает ум или мысль. Ну означает приносить вред или вредные мысли. Девяносто процентов дня мы постоянно отвлечаемся либо желанием, либо думая о прошлом. Другие 10% мы чем-то раздражаемся на что-то или на кого-то.
Кстати, я вам не говорила про эту книгу. Книга Папы была написана, и эти комментарии Ари Нагарджуны, вот эти моменты, о которых мы говорим, пять этих моментов, это было написано Ари Нагарджуны. И если вы брали обеты Бодхисаттвы, вы знали, вы знаете это, вы дали обещание этого не делать. Джатсен Капа написал свои комментарии в курсе Бодхисаттвы, и он объяснял, вы берете обеты Бодхисаттвы, вы согласились этого не делать. Третье. Притупление. Мы иногда еще говорим возбуждение или притупление и экстрим. Мукпа означает как будто такие облака, когда, например, мы кушаем очень много, у нас такое не очень частное состояние ума, у нас ум прямо засыпает. Иногда у нас есть физические вещи, которые происходят в нашем теле, которые заставляют наш ум быть недостаточно кристально чистым, ясным, как, например, облака или как будто как туман. Если вы делаете ретрит, даже трехдневный ретрит, не медитируйте после ночи или в середине дня. Скорее всего, это самое худшее время для медитирования. Вы только что покушали, вы рано встали, просто наслаждайтесь, сделайте что-то, чтобы спокойно поспите даже. Если вы засыпаете, поспите. Также убедитесь, что вы достаточно хорошо спите ночью. Это не только важно для вашего ума, чтобы у вас не было ментальных обращений, а так этих ментальных обращений. Вашему телу нужно восстановиться для всех тех действий, которые вы хотите совершить. Не только не медитировать. Ваше тело, это не только хорошо медитация, но также у вас начнутся проблемы с иммунной системой, если вы недостаточно отдыхаете. Поэтому убедитесь, что вы хорошо спите и достаточно спите. Может быть, это 4, может быть, это 6 часов, может быть, 8 или 9. Слушайте свое тело. Дайте ему поспать, чтобы оно могло восстановиться, чтобы ваш ум был ясен. Относитесь аккуратно к тому, что вы едите, как часто вы едите. Делайте йогу, или тайчи, или бегайте. Неважно, что у вас физические упражнения. Заставляет вашу кровь двигаться, открывает ваши каналы. И это вас заставляет быть более... У нас есть это тело, мы должны заботиться об этом теле. Это наша машина. Может быть, было бы легче не заботиться об этом теле, но это то, что у нас есть. Пожалуйста, заботьтесь об этом теле. У вас не будет этого тела, когда вы станете просветленным существом. Но вам нужно, чтобы туда прийти. Вам нужно, чтобы прийти к просветлению. 4. Желание, объекты желания. Здесь означает объекты чувств. Может быть, это еда, интернет, музыка. То есть объекты пять чувств, хорошие вещи, все эти вещи, то, что я перечислила. Мы берем большинство информации в нашей жизни через наши глаза. То если мы постоянно смотрим вокруг, все время, все у нас это чувствительные картины проходят через наше сознание, остаются в нашем
умнее, и это слишком для нас. Например, если вы идете в магазин продуктов, у вас есть столько выбора, который вы видите на полках, люди, с которыми разговариваете, еще к тому же музыка играет в магазине. Это как будто вас бомбардируют всей этой информацией. Вы, наверное, даже не заметили большинство времени. Но если вы немножечко давно не заходили в этот продуктовый магазин, это как будто очень трудно. То есть если вы очень часто ходите, вы понимаете, что вам трудно фокусироваться. Это не означает, это значит, что вы не можете наслаждаться музыкой или какие-то приятные вещи. Это означает, что будьте разумны, да, с этим. То же самое с сексом. Секс. Это невероятное количество энергии, соединения с кем-то. Есть выражение любви. Это выражение любви. Но не делайте так часто, что вы об этом постоянно думаете. И последнее, ленивое игнорирование. Здоровое игнорирование – это очень важно. Критичное мышление о чем-то, используя свои логи, очень важно. Не просто принимать то, что я говорю, а думать о том, что я говорю. Лорд Будда сказал, атакуй все, что я сказала, не принимай это потому что на слово, потому что только я это сказала. Берите на кусочки, и если вы недовольны, не следуйте этим, не принимайте это. Мы не говорим про это игнорирование. Мы говорим о ленивом игнорировании. Когда кто-то что-то... Или мы где-то что-то прочитали, или кто-то что-то сказал. Говорится в сутрах, что Йолама ваш Будда. Они Будды? Разве это так? Потому что об этом сказали сутры, скрипты. Подумайте вы об этом. Используйте логику. Они могли бы быть Буддами? Это возможно, что они будут? Пожалуйста, не делайте то, что мы говорим. Когда вы сидите на конце чего-то, и вы и не на этой стороне, и на этой стороне. Уходите из этой позиции. Когда кто-то к вам хорошо относится, о, они, наверное, Будда. Может быть, кто-то вас поправляет, и вы такие, о, может быть, они не Будды, я не хочу это слышать. Это мы видим зависит от того, то, что мы хотим услышать. Это то же самое с медитацией. Решите, примите решение, что каждый год вы будете медитировать глубокой медитацией, начиная с 5 минут. И добавляйте каждую минуту каждую неделю. Если вы не решаете, что медитация каждый день на час. Самая важная вещь, которую вы можете сделать в своей жизни, вы не выйдете из жизни страдания, по крайней мере, в этой жизни. Вы должны принять это решение. Я должна принять это решение. Я не медитирована. Я возвращаюсь на свою подушку медитации. Сейчас я на 25-минутной минуте медитирования. Это происходит. Есть периоды вашей жизни, когда вы
Вы просто не тестируете. А потом вы начинаете заново. Это очень важно. Это самая важная вещь. Я не хочу продолжать видеть людей, как они страдают. И если вы делаете свою медитацию утром, или когда вы делаете свою медитацию утром, это также вам поможет во всем, что вы делаете целый день. Это вам поможет иметь 24 часа самати. Это вам поможет той работе, которую вы делаете в течение дня. Это может быть просто заботиться о ребенке. Или работать в корпорации, где или то и другое. Это помогает нам быть в постоянном состоянии самадхи. Мы наблюдаем, как мы принимаем еду, какую музыку слышим. Мы наблюдаем, как мы высыпаемся или не высыпаемся. Мы наблюдаем тем, что мы отвлекаемся чем-то, этим, другим, и что-то еще, сексом, или что я буду смотреть сегодня ночью, или Netflix. Мы наблюдаем, находимся ли мы на настоящем моменте, где наш ум. Отрежьте эти чувствительные объекты желания и наблюдайте за своим умом 24 часа. И как бы радостно это будет для вас. Может быть, сначала вы будете немножко в депрессии из-за того, что происходит. Но если это происходит, о, подумайте, боже мой, сейчас я вижу свой ум первый раз. Теперь я могу с ним работать, теперь я могу что-то сделать. Мастер Шанти Дева говорит о радости жизни в лесном и уединении. И есть метафора об этом. Жить в лесу. Мы все знаем, что когда мы идем гулять, например, на природу, мы позволяем своему уму думать о том, как мы помогаем другим, и развить это желание просветления, это помогает нам. Поэтому посвящайте время тому, чтобы соединяться с природой. Это поможет вашему самадхи и на подушке, и без подушки. Сначала медитируйте на желание, говорит мастер Шанти Дева. В главе о медитации, в размышлении 5, он говорит, когда вы идете в лес, там, где нет... Где нет животных, где дикие животные, дикие птицы, деревья. И дальше он идет к 10-м размышлению. Найдите радость, живя там. И некоторое время проведите там. О чем мы будем медитировать? Какие мысли мы должны держать в своем уме? Итак, он использует это для того, чтобы мы начинали с радостного усердия, дакшин намджи. Очень-очень серьезное, сильное учение. So,
Dakshin Namje. Dakshin Namje. Dakshin. Dakshin. Nyam. Nyam. And Dakshin. И. Jay. Jay. It's a combination of these. Это комбинация из двух этих вещей. Дакшин Нямпа. Это значит относиться к другим и себе совершенно одинаково. Дакшин Джейва означает обмен себя на других. Дак. У нас это было вчера. Я сам. Шен значит другие. Джей. Обмен. Джейва. Джей. Обмен себя на другие, на других. И это практика, как делать это. И мастер Шанти Дева обучает этому за три шага. Карма этих трех шагов. Это очень простая, дешевая духовная пища. Что это за три шага? И Дакшин Нямджи. Первый метод. Это метод джампы. Здесь у нас картинка, которую Наташа только что поделилась вчера, потому что мы говорили о методе джампы. Наташа в Нью-Джерси на кухне с джампой. Я только добавила картинку кофе и печенье. На этой картинке есть банка с печеньем, всегда на столе. Я там не была уже, наверное, 20 лет, а эта банка с печеньем все еще на столе. Какой метод джампы? Вот джампа здесь. Его практика, когда вы заходите в дверь, она примерно напротив, за спиной Наташи. Вы заходите на кухню. И это место, где все люди собираются. Как бы кухня, самая важная комната в доме обычно. Самое питающее место. Потому что ваши глаза – это зеркало души, того, кто вы или чего вы хотите, джампа смотрит, наблюдает, куда падают ваши глаза. Смотрите ли вы на стол, на чайную чашку, на холодильник, или вы осматриваетесь вокруг, ищете туалет, наблюдая, что другие любят и не любят. Это первый шаг. Молча. И тогда? Хорошо. На что он смотрит? Это, видимо, то, что он хочет. Какую еду он любит? Какую одежду он любит? Что он хочет услышать сейчас? Это первый метод. Обмен на себя, на других. Что они хотят? И как вы видите, Наташа смотрит на чай, и на кофе. И на то место, где заряжают телефон. Второй метод. Это поместить свой ум в его тело. И наблюдать оттуда. Есть ли разница между мной и им, другим человеком? Да. Вы помещаете свое сознание в тело другого человека и смотрите на себя оттуда. И здесь вы спрашиваете, что вы хотите от себя. Это немножко довольно запутанно. Теперь вы – это он, и вы оттуда, из него, смотрите на себя и думаете, что вы хотите.
И это такая практика на весь день. И этот человек может быть в вашей медитации утренней. И тогда разница между вами становится неясной уже. Тогда вы смотрите на себя и пытаетесь понять, что вы хотите, как вы воспринимаете себя. Вам нравится то, что вы слышите, вам нравится то, что вы видите, как вы воспринимаете себя теперь. И третий шаг – это веревка. Для меня это было то, что я делала. Обвязать веревкой себя и другого. Теперь он и я, мы один человек. Теперь, когда я покупаю туфли, я должна купить две пары туфель. Когда я покупаю мороженое, я должна купить два мороженых. Нет у меня и тебя. Мы теперь оба вместе. И нет он вместе, потому что вы просто служите себе. Потому что вы – это два человека в двух телах. И мы ломаем эту разницу между мной и тобой. Люди спорят с мастером Шанти Деви и говорят, подождите. Я еле-еле могу позаботиться о себе. У меня денег не будет, если я буду о двух людях заботиться. А он говорит, знаете, человеческий ум невероятный. Он может сделать все, что угодно. Проекция меня искусственная. А это искусственная. Такая же, как и все остальное. И это просто решение, которое мы делаем. Это мы говорили об этом вчера. Когда у вас есть ребенок, вы не сомневаетесь. Вы просто делаете это. И вам просто становится лучше. И теперь вы – это вы и ребенок. Как это сделать? Как сделать метод джампы? Как мне поместить свой ум в его тело и посмотреть на себя? Как мне сделать эту штуку с веревкой? Это не значит обмен себя на другого, не значит притвориться, что вы другой человек. Что нужно менять, это менять на новый способ, как думание о себе. О ком вы должны заботиться? О ком вы привыкли заботиться. И здесь вот мы и делаем обмен себя на другого. Кто в приоритете теперь? Не притворяться, что вы другой человек. Это не то, что вы игнорируете других, как вы раньше делали в прошлом. Переворачивайте это. То, что вы хотите обменять, это то, о ком вы заботитесь сначала. Это не значит, что вы не должны не досыпать. Это не значит, что вы должны не доедать. Это не значит, что вы не должны делать упражнения. Можете ли вы даже объять кого-то еще, как себя, удовлетворяя его базовые потребности? Но не за счет кого-то. Поместите себя на место другого и посмотрите на себя оттуда. И посмотрите, как это чувствуется, хорошо или плохо. И делайте это на трех уровнях. С теми, кто выше вас, с теми, кто равный вам, и с теми, кто ниже вас.
практикуйте. И у вас все будет лучше и лучше получаться, пока вы не станете просветленным существом и пока не сможете заботиться о каждом живом существе, как о себе. Но, опять же, подождите-ка. Я не могу так сделать. Помните, что мастер Шантидева сказал? Мы начните с морковки и картошки. Мы думаем, что мы ограничены. Мы всегда можем делать больше. И я всегда говорю с собой. И это просто бесконечное количество жизней я думала определенным образом. Есть метафоры частей тела. Есть руки, ноги, даже эти разные части. Мы все еще почему-то рассматриваем их, как будто это я. Есть много различных частей, руки и все остальное. Но почему-то мы заботимся о них, как об одном теле. И также я должна работать над счастьем каждого живого существа, относиться ко всем как к одному, думать о них с радостью, думать об их радости и боли, как о своей собственной. Относиться как будто к палец. Это же ваш палец. Но это же не вы. Это часть вашего тела. И мы рассматриваем их, все эти кусочки, мои руки, мои пальцы, как будто они принадлежат одному существу, как будто это я. И мы должны заботиться об этом. И мастер Шантидева говорит, и поэтому мы должны заботиться о счастье каждого живого существа и удалять, убирать их страдания. И мы можем научиться тогда думать о них, как о себе. И мы здесь, в мире желаний, мы застряли в идее, что я — это вот эта штука. Арья Нагарджуна сказал бы, ладно, ты заканчиваешься тут. Где этот конец? Где ты начинаешься? Где твое начало? Где твой конец? Найдешь? Это просто наша прошлая карма, нашего привычного способа мышления. Это создает меня и тебя. Вместо того, чтобы мы было. Наш язык разделительный. Есть я, ты, есть мы и они. Есть то, что вы любите и что не любите. Моя страна, твоя страна. Мы создаем это разделение. Это в нашем языке. Как наш язык — это отражение того, как мы думаем о мире. И также он заставляет нас думать определенным образом о мире. У вас нет таких слов в раю Будды? Нету тебя и меня, или нас и их. Это очень примитивная идея, которая причиняет нам вред. Это причина всех наших страданий. Мы считаем свою боль нестерпимой. Это просто результат привычки, концептуализации себя, как мы это привыкли делать. И мастер Шантидева говорит, даже это. Даже если боль других людей не касается нас, мы можем научиться
чувствовать боль всех живых существ, такой же нестерпимой, как наши собственные. Если будем концептуализировать их как себя. Как это сделать? Мы начинаем с малого. Александра, почитаете? Зенчковская. Александра Зенчковская. Прочитайте для нас английский. Carrot and potatoes. Наш руководитель отправил нас к самому началу. The guide has sent us. Чтобы наши действия даяния. Делать наши даяния овощами и подобным. Даяния овощей и подобного. Когда мы привыкнем к этому, тогда позже мы сможем постепенно даже отдать свою плоть. Спасибо. Прекрасно. Знаете, мы начинаем с того, чем мы можем поделиться. Иногда мы можем поделиться чем-то, а иногда нет. Иногда... Мы думаем, ну, я бы не поделился вот этим. Ну, если это моя, например, постель, я не могу и поделиться. А вот десерт я могу отдать. То есть мы начинаем с того, к чему мы не сильно привязаны. Мы начинаем с малого. И мы приведем к пониманию, что нет разницы между мной и тобой. Нет разницы между мной и другими. Это ошибка, которую мы вынуждены воспринимать благодаря нашей прошлой карме. Мы осознаем, что это создает страдания для нас. Это цепляние за себя и заботе о себе. И тогда мы сможем создать что-то такое же большое, как рай Будды. Мы не можем держать эту идею, что я вот это маленькое тело, и достичь рая Будды. Мы должны активно ломать эти барьеры, эту разницу между мной и тобой. И это делает это все значительно легче, путь Бодхисаттвы. Подумайте. Как мы создаем карму? Мы создаем ее в отношениях с другими. Мы видим себя, мы видим людей другими. Мы создаем негативные и позитивные семена в отношении других. Я и ты. Нам нужны другие люди, чтобы создать семена и чтобы очистить себя от семян плохих. Чтобы дать что-то, нам нужен тот человек, кому я могу отдать. Быть милым с другими людьми, терпеливым, верно? Вам для этого нужны другие, радостные усердия. Нам нужны другие люди, для кого мы делаем что-то радостно. Вам нужны другие для того, чтобы делать что-то. Медитация. Похоже, что чем сильнее вы стараетесь, тем больше другие пытаются вас отвлечь.
И это развивает вашу концентрацию. Очень много мусоровозов уходит по дороге, когда вы медитируете. И мудрость. Нам нужно понимать пустоту людей. Нет никого, кто бы не происходил не из вас. Кто бы не происходил из вас. И это начинает ломать эту идею. Меня и тебя. Размышление 12. Это строфы, которые мастер Шантидева из его главы о медитации. Что делает боль моей? Наташа, прочитаешь это, пожалуйста? Предположим, вы объект. А, предположим, вы возражаете и говорите, что ваша боль никогда не причиняет вреда телу другого человека. И также боль другого не может причинить вреда вам. Но вы не можете терпеть один аргумент. Вы цепляетесь за себя. Вы можете это прочитать. Материалы для чтения на русском языке в хорошем переводе. Вы не можете терпеть боль. Вы считаете, что она невозможно ее терпеть. И это происходит с кармических семян. Мы не просветленные еще. Мы на самом деле не можем видеть боль других людей. Но наше желание, готовность забрать страдания других, оно перетекает, это отношение, оно течет. И мы можем научиться заботиться о других. И тогда иметь опыт этой добродетели. Есть газеты, у них есть разные заголовки, написано «такой-то, такой-то сделал то-то» или «вот это». И это как бы люди радуются неудачам других, вместо того, чтобы заботиться о добродетелях. И мы можем действовать, исходя из этого, потому что мы видим других продолжением себя. И тогда, вместо того, чтобы радоваться неудачам других, мы можем иметь эмпатию. О, это печально, что у него вот такое произошло. И тогда у нас есть связь. И тогда это начинает ломать это разделение. Пока мы держим дистанцию, будет разделение. И тогда будет я и они. Мастер Шантидева здесь показывает нам, как это плохо заботиться о своем счастье только. Потому что мы все одно. Мы все хотим быть счастливыми. Никто не хочет страдать. И мы все одинаковые. Почему? Мы должны заботиться только о своем собственном счастье. И избегать страданий наших собственных. Он говорит, я и другие – это совершенно одно и то же. Потому что мы все хотим счастья и не хотим боли. И он дает нам две причины, почему это неправильно – заботиться только о нашем собственном счастье. В конце концов, мы даже не думаем о том, чтобы заботиться о других как-то исключительно. Это просто потому, что мы не привыкли к этому. Это просто мы думаем, я – это мое тело.
Подумайте о страданиях, когда вы умираете, вы потеряете свое тело. На самом деле у нас нет себя, мы пусты от любого самосуществования. Мы – наша карма. Почему тогда он говорит, что вы не можете никогда научиться думать о себе, о других, как о себе, если вы не привыкнете к этому? Евгений, миссия завершена. Когда мы достигаем, когда мы начинаем видеть других и себя, люди выключают камеры. Включайте камеру, чтобы понять, кто здесь и кто хочет прочитать. Хотите прочитать, включите камеру. Ринчен, почитаешь? Thank you. Когда мы приходим к тому, чтобы видеть себя и других, когда мы не находим чем-то восхитительным и не находим никаких причин для того, чтобы гордиться тем, что мы заботимся о них. For feeding himself his own super. Человек не будет благодарить вас. Ринчен, ты прерывалась. Я еще кого-то попрошу. Mm-hmm. Анна, можете прочитать? Yes, I can. Thank you. When we come to see others as our... Человек не благодарит себя за то, что он сам себя кормит ужином, например. When we care of them, a person does not congratulate himself for feeding himself his own super. Supper. Supper. Ужин. Supper. Спасибо. Спасибо, Ринчен, также. Немножко интернет прервался. Это мастер Шантидева. Его совет нам. Мы сможем видеть себя и других, как других и себя, как одно. Мы же не считаем, что мы какой-то великий человек, когда мы сделали для себя ужин, приготовили. И это не то, чем мы гордимся. Я приготовил ужин. Это называется гордыня. Это просто, просто приготовили обед, ну и что? И это то, что вы делаете все время. Мы можем гордиться тем, что достигли этой точки. Ничего неправильного здесь нет. Но думать, что вы лучше других, потому что вы так сделали, это разрушительная гордыня. Андрей, прочитаете для нас? И по этой причине вы должны привыкнуть к состоянию ума, где вы защищаете всех существ. И мысли о сострадании также, защищая их, точно так же, как вы защищаете себя, you don't expect даже congratulations от from yourself, whenever you eat your dinner for yourself. Would you continue? Продолжайте, пожалуйста. For that reason, you must get used to a state of mind where you protect all beings and to throw of compassions as well. Protective them just the same way that you protect yourself ever from. Не гордиться тем, что вы заботитесь о других. Вы не ожидаете благодарности от себя, когда вы кормите себя ужином. Как думать о том, что мы делаем? Мы не ждем благодарности, не гордимся, что мы приготовили для себя ужин.
что мы съели ужин. Поэтому привыкните к этому состоянию ума, когда вы защищаете всех живых существ. И привыкните к мысли о сострадании. И защищайте других так, как бы защищали бы себя. Это путь жизни Бодхисаттвы, способ жизни Бодхисаттвы. Это то, как живут Бодхисаттвы, наверное. Читин дева чине па, декун шен де ду лежу. Читин дуня чине па, декун ран де ду лежу. The total amount of happiness. Все количество счастья, которое существует в мире, происходит из желания сделать других счастливыми. Все количество страданий, которое существует в мире, происходит из желания сделать себя счастливым. О чем еще говорить? Для детей мира, которые работают только на свое благо, великие Будды трудятся ради счастья всех. Идите и посмотрите на разницу. Мы все хотим одного и того же. Никто из нас не хочет боли и страданий. Мы все хотим счастья. Посмотрите и присоединяйтесь к нам. Мы трудимся на счастье всех живых существ. И посмотрите, как изменится мир. Будете ли вы следующим, кто возьмет личную ответственность? Лаксам нам, да? Будете ли вы следующим, кто принесет дарму другим, эти учения другим? Готовы ли вы работать целый день, чтобы заработать деньги, чтобы арендовать место, где соберутся другие пространства для других. В какой-то момент жизни вы станете учителем, если вы еще не стали. И если вы находитесь в этом положении, учите других. Это честь для вас поддерживать дарму, пока другие не догонят вас. Хлаксам намдак. Ну, ладно, хорошо. Я должна идти работать сегодня, чтобы я могла купить новый компьютер и экран, чтобы я могла лучше обучать в Zoom. Ладно, я сделаю это. Это хлаксам намдак. Я буду учиться, чтобы понять, о чем они тут говорят. И я буду практиковать, чтобы я могла этим поделиться с другими. Это хлаксам намдак. Вы делаете это. И тогда вы жалуетесь. Я не могу это, я не могу то, у меня не получается. Что вы говорите? Я не прочитала шестой ридинг. У меня нет ссылки на вот это. И вы много-много жалуетесь. И никто не будет вас благодарить. Люди будут приходить и жаловаться. И мы потом понимаем, что это то, на что мы себя запрограммировали тысячелетиями. Не расстраивайтесь. Мягко давайте другим то, что они хотят. Это хват сам нам, да. Ладно, мне все равно. Если вы делаете это, если вы просто делаете это, мягко, тайно, молча, я готова делать все, что угодно, что я думаю правильно, что поможет
что поддержит счастье в этом мире, даже если никто не будет мне помогать. Вы стараетесь сделать что-то для кого-то, а он, что он хочет, что ему интересно? Почему? Потому что вы знаете, что вы должны это делать. Вы не можете остановиться. Вы следующее поколение. Не дайте остановиться этому тут, на вас. Изучайте это. Медитируйте. Используйте это в своей жизни. И передавайте дальше. Вы часть этой цепи и линии. Это может значить, что кто-то из вас, может быть, помогает ACIP или ACI, или YSI, или Diamond Mountain. В какой-то момент это придет вам в голову, что это драгоценно, и я не могу это оставить в себе. Что я должна сделать, чтобы передать это дальше? В какой-то момент вам нужно будет принять это решение. И это значит, мне все равно, если никто не будет мне помогать. Никто не будет мне помогать заплатить за это. Никто не поможет мне убраться потом, создать эти ссылки, видео, что бы то ни было. Если они будут приходить и жаловаться, все нормально. Я сделаю это сама. Теперь это моя ответственность. Будете ли вы следующим, чтобы... Кто возьмет личную ответственность? Это ваше домашнее задание по медитации. Мы только что закончили обзор 11-го курса ACI, и на следующей неделе мы будем делать ACI 12. Поскольку у нас есть несколько минут еще, есть ли вопросы? Наташа, у тебя есть вопрос? Да, спасибо за возможность. У меня есть вопрос. В последнем занятии вчера, последнем на занятии сказали, что мы достигнем просветления, и мы, нам нужно набрать добродетель. Сколько нам нужно собрать? Как, если можно это измерить? Далеко ли я или близко от этого момента? Как мне измерить? Где эта точка, где я понимаю, что я собрала много добродетелей? Вы будете понимать, что вы ближе, когда ваша жизнь станет приятнее. Когда вы начнете видеть вещи вокруг меняющимися, вы поймете, что вы собрали больше положительной кармы, чем отрицательной. И да, у нас все еще будут проблемы в жизни, которые будут очищать нас. Это как скульптор, который берет кусок мрамора и медленно-медленно вырезает из него прекрасную скульптуру Афродиты, например. И мы такие же. И это то, что мы делаем с семенами. Они помогают нам очистить себя и наш мир вокруг. И по пути будут препятствия, потому что у нас все еще есть то, что нам надо очищать. Но все меньше и меньше
этих препятствий. И тогда мы знаем, что мы подходим ближе. И потом, когда эти препятствия случаются, мы думаем: о, еще одна штука, которую мне нужно очистить. Ура, отлично, спасибо большое. И они здесь, эти препятствия, для того, чтобы показать нам: о, моя карма создала вот это, классно. Я буду работать с этим. Не расстраивайтесь из-за этого. Просто делайте то, что нужно делать. И все, с этим закончили. Наконец-то закончили с этим. Мне не нужно уже больше через это проходить. Идите дальше. И тогда это будет некоторое время хорошо, а потом опять. Принимайте это радостно. Помните, что это все здесь для того, чтобы помочь вам на пути. Это как... Трудно помнить об этом, потому что у нас нет такой привычки. О, Боже, еще что-то происходит. Это чувствуется, как стрелы в вас летят. Что происходило с Буддой, когда в него летели стрелы? Он остановил их и превратил их в цветы. И мы тоже можем наши стрелы превращать в цветы. Это то, что приходит к нам для того, чтобы превратиться в цветы. Можем ли мы это посчитать и сказать 1 миллиард позитивной кармы? Нет, мы не можем так сделать. Но доказательства есть, когда вы видите их вокруг, в мире, вокруг себя. Еще? Есть еще вопросы? Давайте тогда закроем глаза. Подумайте о том, о чем мы говорили сегодня. Мы говорили о Лаксамнанда, личной ответственности. Мы говорили об обмене себя на других разными способами, как мы можем это делать. И вспомните, что это все из книги «Путь жизни Бодхисаттвы», «Способ жизни Бодхисаттвы», которая учит нас тому, как стать Бодхисаттвой, как достичь просветления, как стать способным погрузиться в глубокую медитацию, чтобы постичь глубокую практику совершенства мудрости, простоты. И посвятите все, о чем мы говорили и думали, и то, что мы будем продолжать изучать и размышлять об этом, я надеюсь, достижению состояния медитации и прямому восприятию простоты, который изменит вас навсегда. И отправит вас к... забросит вас в просветление, чтобы вы служили каждому живому существу во Вселенной. Представьте себя стоящим над какой-то планете во Вселенной. И вы смотрите сверху на все другие планеты и миры и существ,
Вы стоите над планетой. Увеличьте это. И посмотрите, что там происходит. И знайте, что вы будете заботиться об этих существах. Знаете, что каждый из них нуждается в чем-то особенном. И вы изучаете, как дать им это каждому из них. Вернитесь к своему дыханию. Сделайте долгий выдох. Make a decision to become that thing. Принять решение стать этим существом. И открывайте глаза, когда готовы. Alrighty then. Хорошо. Thank you for coming. Thank you. Спасибо, что пришли. Спасибо, что вам интересно это, пожалуйста, практикуйте. И увидимся на следующих выходных. И, может быть, в среду. На наших занятиях, курсе по Будде медицины. If not, I will see you next weekend. Если нет, то увидимся на следующих выходных. И хорошей недели. И помните, что когда становится трудно, то у вас есть чемодан с инструментами, откуда вы можете взять то, что нужно. Bye-bye. До свидания. Thank you. Thank you so much, dear teacher. Спасибо. Thank you all of you. Be the light. Keep спасибо on shining. Большое. Keep on shining. Thank you. Продолжайте сиять. Thank you very much. Thank you.